ниже было. Вот сейчас должно быть нормально. Еще немного. Выше? Да. Так? Еще. Так? Все. Блин, это он у меня на уровне носа. Норм. Вообще нормально. Да вообще, ну чё, гоу? Ты восьмой лува, как и я. Не, погоди, какие у меня оружия? А, вот это. Погнали. Давай, чё, жми. Можно ботов отключить? Нельзя. Можно. Да ладно. Я могу отключить. Я играл один без ботов. Да ладно. Да. Так а мы чё без ботов? Они нас, если чё, резнут. Ну, мы вдвоем можем затащить. Вдвоем затащить? Я иногда с тремя нормальными игроками сливал, блин. А ты тут говоришь вдвоем затащить. Ну это... Стой, по стелсу. По стелсу давай попробуем. У тебя есть этот... Глушак нет. Глушак. Тогда будешь ходить за мной. Тогда я сейчас пойду, чувака. Нет, тут есть бот, кстати. Не лагает. Я знаю, я их не отключал. Так, я одеваю маску, короче. Ты дебил. Гоу, проверим. Так, я пошел в кафешку зайду. Гляну, что туда. Иди. Я нашел одну камеру. Так, пацаны, мне тут нужен этот тортик. Давайте, какой у вас тут есть? Так, я пошел в лазы. Так, давайте у меня кафе латте. О, тортик. Не, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Какой тортик, тортик, дайте-ка мне. Можно взять тортик? Ты дебил, не иди туда. Сударный, можно взять тортик? Иди сюда. Тебе продать тортик? Да, давай. Вот тут хороший короче, тортик. Короче, вот ваш лота, вот лота. Латте. Вот ваш тортик, забирайте. О, спасибо. Ты на такого чувака похож, блин. Не надо, не надо. Тварь. Дурак. Даун, даун, говори, чтобы не упали. Даун, даун, иди сюда, даун. Даун. Даун, даун. Кто нашел? Офигенный. Камера. Камера, камера. Че камера? Я успел камеру вырубить. Блин, ты дебил, мы потому что играем на самом сложном. На сложном. Ну просто на сложном, да. Пофиг, пляж. Я взламываю. Я взламываю. Я быстрее взламываю. Ну все, окей, камера. Камера. Камера, камера. Камера. Я взламываю. Так, у меня половина. У тебя только-только половина была. Я, по-моему, быстрее взломаю. Отпусти, 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 я должен отпусти, ты, да ты читер. У меня миллиметр не хватило. Я первый. А я зато поставил сейф, чтобы он взломался. Давай, ты нуб. Так, я еще знаю, где сейф находится. Ух ты, привет. А тут нету сейфа. Без палева, прыгай. Слушай, не, я в камеру смотрю, я знаменит. Все, да весь эту прославишься. Нет камеры. Ой, я гражданского случайно завалил, это норм. Ну, слышь, иди сюда, монстр без халявы, стой. Стой, 200 ты... баксов, иди стой, сюда стой. Быстрей. Стой, ты чё, в палёном Эйпеле? Я тут айфрут покупаю, все. Да ты дебил, это палёный Эйпел. Я айфрут проломал. Это палёный Эйпел. Да и что, что палёнка, зато продать можно, сбагрить там. На факеле, я факелом заправляю, чё, не знал. А, у тебя ты вместе с Пожарским, короче, точку держишь, да? С Пожарским? Ты какой да. Пожарский? Из первого ополчения. Как это? В истории. А, Пожарский врубился. Так, я дрель ставлю за это. Я уж поставил. Я уж поставил. Я поставил. Я поставил. 177. Я поставил. Да я первый нажимал, идиот. Нет, я поставил. Там, дверь, там дрель, видно. Там дверь сломалась. Там дверь сломалась, сейчас запишу. Да, надо дверь чинить. Сейчас я окопа вырублю. А я дверь чиню. Я копа вырубил с руки, ой. Так, дверь, давай, чини дверь. У тебя восьмой уровень, я а у меня... Я шоколадку только что застрелил. Ха-ха-ха. Кстати, тоже восьмой, так что не надо мне тут. А, я тоже восьмой? О, там тоже занят. Так, блин, я патрончики подбираю. Погоди. Ну, ладно, вообще без палева. Погоди, мне звонят. Да ладно. Слышь, я тут беспалевного чувака нашел, смотри. Ну ладно, ты там по телефону болтаешь. Вот надо поспрашивать там у кого, ну, этих продавцов. Блин, нифига себе спецназовец. Чини сейф. Все, отболтал свое, да? Чини сейф. Да ща все чиню. Ладно, я бегу. Уже да к нему. Я уже все, я уже чиню. Я там, короче, нашел спецназовца такого с этой. Вау, тут такой спецназовец сторожит сейф наш. Большой. Я спецназовца нашел вот такого в черном все. Все. Я хотел с рукопашки вырубить, да не получилось. Ты дебил, это робокоп. Он тебя будет за этим оглушать. Он меня фигачил. Я, короче, забил на эту тему. Говоришь, ой, блин. Самое крутое это спецназовец. Слушай, ёлки, тут меня зажали.
Ой, без палева вообще. Да вообще ты. Мимо меня тут коп прошел, ты это видел? На тройку кинь гранаты. Гранаты? На три. У меня на АФ гранаты. А, ну кидай гранаты. Блин, а, да, значит, нормально. Так, в паленке-то нету сейфов? Так, мед эту, аптеку не надо еще. Да нормас. А хотя нет, бери аптеку. Так, я ее запилю, короче, в китайском шае. Слышь, а никто даже не заметил, что он, мы уже один сейф взломали. Го в Хокстону быстро. Ой, блин. Прикрой. Сейчас, погоди, я ставлю. Быстрее прикрой. Так, я лечусь. Быстрее, я сейчас сам умру. Я лечусь. Ло-ло-ло! Прикрой. Да я убегаю уже. Splinter Cell. А, все, он умер. Да кто ж гасит-то, блин? Прикрой. Чувак, прости, я тебя сейчас это быра. Все. Я, слушай, я мед... Ну, я... Посмотри, где я спрятал. Кого? А, аптеку? Или у тебя посмотри, где она. Не, ну ты посмотри. Ты тоже аптеку, что ли, взял? У кого патроны будут на крайняк? И у кого? Вообще облом. А там аптека. Я к самому большому сейфу пошел быстрее. Тут гасит, блин. Тут они откуда только не берутся. Да не вообще осталось. О, есть! Большой! Где? Я большой сейф взломал. Все, а ждем фургона. Побежал. Ждем фургона. Я 15 тысяч стырил. Так, я сейчас тут денежки стырил. Хедшот? А, блин, это сейф уже. Да ладно. Там что-то есть? Кидай гранаты, их у меня еще нету. У меня 3 штуки. У тебя их еще нет, что ли? Ты их еще не купил, что ли, блин? Не. Там Библия какая-то лежала. Помнишь Библию в амнезии? Погоди, музыку потише сделаю. Да ты вообще без палева, Ютуб забанит тебя. Да? Да, за да музыку твою вообще без палева. Вообще выруби. Погоди, я музыку потише сделаю. Ты ее вообще выруби. Или что, пидор? Да, слышишь? Не, она тут... Тут классная музыка. Я только что в попку копу дал. А я в хэдшот. Чёткий. Я не люблю хэдшот ставить, я лучше так. Он с двух патронов. Смотри, берёшь... Падает ты, говорю. И профессионально. Бегаешь с пистаком профессионально. Ой, блин, я им что-то там пока... Блин, как кинуть с гранату? А, на H у меня, окей. Я профессионально с пистаком бегу и расставляю всем хиты. Да блин, падла. А у меня пистак кончились. Ну у меня не писток, у меня УЗИшки, у меня патроны там кончились. О, терминал. Я вообще тут зашкирился. Тут прикинь, смотри какой беспалевный. Рену. Ты смотри какой беспалевный. Да, говно, это на. Ты видел это? Да я видел. А у меня ножик есть, ты понял, да? Смотри на это, смотри на это. Не, посмотри на это. У меня ножик есть. В костюмчике в таком. Я и пищу. Что там кресты так рисуешь, блин, ножиком? Это... Ножик, кстати, очень быстро убивает. Кстати, надо проверить. Гоу, убегаем быстро. Валим, валим, валим. На таран. Я еще пацаны, на машине... Сори, но вам гранаты мои. Погоди, погоди, я на машине царапаю козел. Не надо. Я там кого-то убил. Я гражданского там свалил. А я в нее постоянно прыгаю, вон я где. А ты, кстати, вон. Я знаю, как в нее запрыгнуть, да. Нифига себе, риск какой маленький был. Так, еще 9 уровень по-любому получу. Плюс уровень, это 100%, а как нет? А, ну это еще не все, наверное. А, да, это только первый это день. Это первый день, еще второй будет. Побег. Сейчас мы, типа, такие увозим компьютеры, типа, сервер Майнкрафт стырили, да? И тут все такие майнкрафтеры. Слышите вы, школьники, а ну быстро нам сервак отдали. Ты видел это? What the fuck, ну что-то там, что-то там. А не, а у меня на русском, и это вообще... А у меня перевод... Такой богатый язык. Богатый язык? Очень. Ой, йоу-йоу, поц, эй. Майнкрафт, а, верни. я знаю, короче, что тут надо делать, во-первых... Тут на крышу надо будет бежать, я помню. Нет, я, короче, прыгай в тачку. Мы тут будем сидеть. А, давай. Вот в завальт. И вот, короче, медицинская сумка нам. А, у тебя есть уже. Давай я ее использую сейчас уже. А, блин, нельзя. Тут к нам бот залез, слышь. Где? Вот он в текстурах сидит. Сейчас я ему в попку дам, на. Плохой. Я ему с ножика туда. А я его отшлепал, и он ушел. Блин, у тебя такая маска, а? Да у меня крутая маска, а у тебя, блин... Я Рэмбо. Это первая кровь. Может, первый... назад отойдешь, что я ничего не вижу. Первый месячный. И вот тут... Рэмбо, первый месячный.
Когда-то её на Наташке была первая кровь. Какой Наташке нафиг? Иди отсюда, я тебя шлёпаю. Да я тебя сейчас с ножа порежу. Ты беспалевно такой сидя. Проходишь, да? А ты будешь растишку? Я сам свою растишку кушаю, блин. Членс? У нас членс. А, нет, это чейнс. Мне показался членс. Чейнс. А мне членс показалось, когда я крутил камеру. Так, смотри сейчас так. Опа! Да что ты как гранат кидаешь, как дебил? Надо, короче, поближе подбежать, смотри. Операция без палева. Операция... Ты видела это? А что тачки-то не взрываются? Давай прыгать по тачкам. Фургон прямо за углом. Он будет на месте. То есть мы у них, у школьников, сервер... Блин, мы, короче, у школьников Майнкрафт сервер стырили. А за нами сразу копы погнались, да? Да. Нифига, типа они тоже хотели поиграть. Да вообще. Ой, меня сейчас тут гасит сильно. Меня сейчас убьют, слушай. Я зашкирился, все нормально. А меня сейчас убьют, короче. Наш фургон захватили. Да блин, падла. Ой-ой-ой. Наш фургон слушай, захватили. Гасит, сильно гасит, сильно гасит. Шел в жопу, шел в жопу. Привет. Орленок Ильича, да? Орленок и Рэмбо первая течка. А, нет, ты Орленок Ильича. Я Ильич. Орленок Ильича. Так, все, я, короче, беру УЗИшку. Это мое супер оружие. Это тупо. Нет, знаешь, ой, как? нет, только не щит. Да щит-то легко обстрелять. Ты отвлекаешь, я обхожу. Все, я уже. Да блин, меня гасит со всех сторон. Да блин, как. Меня со всех сторон гасит. Все, убегаем. Валим. Все, валим. А я с пистаком бегу. Профессионал. Да, я с УЗИшкой. А я с пистаком. И хэдшот. Хэдшот. Я лайка босс. Ладно, точка, тоже... точка невозврата? О, мне, кстати, ачивку дали. А мне нет. Мне капучино с собой... Слушай, нам, короче, сейчас должны дать по 25 тысяч, 30. Мало, чего, да? Чего, как говно-то? Мне 70 тысяч обычно дают. А ты тут, блин. Очень сложно, очень сложно. Я двое членов команды скрылись, давая каждому из вас по 4750. Мы получили 17 с полтины за разные украденные предметы и деньги. Деньги. Девятый и одна четвертая. Тебе сказать, как по идее? Девятый, почти половина десятого. Давай середину. Середину, айда. Я хочу маску. Я тоже хочу я маску. Я тоже маску, походу, выиграл, как ты. Маск, маску? Есть! Да! Тролль! О, кляп, кляп вообще тащит. А у меня тролль. Я уже смотрю на эту свою маску, все. Нет, ты посмотри на кляп, ты посмотри на кляп сейчас. Сейчас, я выберу. В инвентаре. Ты офигеешь, ты офигеешь. О, винтовка ЮАР, это офигенная винтовка. Посмотри, да. Ну давай, а посмотри. А где этот ЮАР? Надо купить новую маску. Нормальная? Есть. При посмотре. Это чувак, который делал с проглотом. Ты одень. Это чувак, который делал с проглотом. Нет, ты одень. А не, он жвачку эту жевал. Ты одень. И у него бомбануло. Она сколько стоит? А собрать маску? Я вообще эпичен, смотри. Блин. Одень тролля, слышь? Я сейчас тоже поищу его. А у меня счастливый Санта есть. Счастливый Самп? Угу, Санта. А, Санта. Санта Жирабас. Нифига. А, я же говорю, что тролли ковыряются большим пальцем ноги в носу. Видишь, у тебя какой нос большой? Какой нос? Ну, у тролля был нос. А тут какой это... нос? Нет, тут никакого это носа. Это Hitman Absolution, ё-моё. О, крушитель. О, это фигня. Четыре так, магазина хочу, снова не будем. Четыре магазина это долго. Ночной клуб это тоже долго. Почём она стоит? 176. Четыре магазина 5. А, ограбление банка. Ну-ка, по сравнению с моей, сколько стоит? Ювелирку. Так, стоп, погоди, 120. Смотри, как надо быстро проходить ювелирку. Да, окей. О, ювелирочка, знаю. Я скилл забыл прокачать. Скилл? А, кстати, да, я тоже забыл. У меня 3 скилла. А у меня 1. У меня 3. План Бэйна.
Бэйн, это я все вспоминаю по этой планшетной... Injustice планшетной версии. Да. Там Бэйн такой кач. Смотри, короче. По стелсу или как? Можно слева обойти. Да, по стелсу. Или справа? Слева тут можно обойти? Справа, справа. Не, блин, слева нельзя. Так, погоди, я типа такой закупаюсь. Я типа такой одел хоккейную маску. Женщина, у вас такие большие глаза. Прям в душу заглянул. Женщина, я успею ответить на пейджер. Да, успел. Алло, алло, да, сейчас мы, короче, ювелирку грабим, да? Да. Что, нам не хватает деньги, чтобы оплатить Майнкрафт-сервер, да? Угу. На нашем сервере играют 3 майнкрафтера, задроты. На нашем сервере играют 3 человека в день. Да, офигеть. Короче, сейчас смотри, иди сюда, глянь на меня. Тихо, тут человек где-то был. Во-во-во! Ты чё, идиот? Я его поставил. Отвечай на пейджер, отвечай на пейджер. Отвечай быстрее на пейджер. А как, где, чё, как, где, а? Быстрее беги. Алло. Ты не успеваешь, короче. Я успел. А мне ничего не было. Как только по стелсу их убиваешь, там надо отвечать на пейджер у них. А, это у них нужно. Нифига ты такой беспалевный. О! Воу. Пацаны, всё норм? Ой-ой-ой! Не, не спалили. Даун! Даун, дауны, дауны. Свяжи им руки. Я их повязываю уже, да. Второго я повязал. Так, все, надо тырить. Тыри, 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 тыри. Я с ножа вообще тащу, слушай. Короче, да, все, стырили. Так, тут еще есть. Ага. Разбивай. Не успел. Тут еще я есть. Я уже много натырил, там ты тырил. Короче, там... Ой, тут... Тихо, без палева. Уии. Опа, на. Пробеги сюда быстрее. Чё тут? Без палева. Итк, фа, 1, 2, 3, 2, 1. Это, короче, этот... Нет, ты сюда посмотри. Не ставь, не ставь, не ставь, не ставь, не ставь, не ставь. У меня скилл то, что она бесшумная. На 50% бесшумнее. Ну чё? Нифига бесшумно, блин. Не, она реально бесшумнее. Сосед делает ремонт, называется. Да нет, её не слышат эти. А ещё чувака в мешок пом... Не а надо, не он надо. Он за мной идёт, он за мной идёт. Чувак, не пошли. Не надо. ты идиот, не иди туда. Нормально всё. Иди сюда, ты идиот, не надо туда. Короче, без палева, давай, короче, завтра идём в банк. Ставим твою бесшумную дверь, дрель китайскую, и проверим, спалит нас или нет. Вот это будет реально беспалево. Слушай, слушай, слушай. Я в руку ему попал и убил. Воу, воу, иди сюда, тут прям порно-студия. Все. А я смог. Беспалево. Смотри, короче, как надо, да? Иди сюда. Иди сюда. Как надо? Тырь. Чё? Тырь. Чё тырить? Вот это. Нет, там украшение, видишь на ней? Вон за ней украшение. Картинка. За стеклом, давай, тырь его. Да ты вообще что ли? Нет, там не было нифига, это на картине было. Ну? Тихо, короче, нужен такого. Блин! Я не спалился, несы. Да вообще ты не спалился. Они не пропалили, сейчас так, я пробегу обратно. Все нормально. Нифига ты туда ходишь, а? У меня зато есть хорошая винтовка. Короче, идем, не пуляем ничего. Ты выключаешь, я выключаю камеру, а ты им говоришь, sit down, please. А где камера? Я ее поищу быстренько. Down, down. Если хоть один встанет, сразу говорим, то, чтобы он лег. Ложитесь, пожалуйста, мы вам ничего не сделаем, только вот эту девочку там после этого. После ограбления. Эти, главное, чтобы не стырили. Главное, что... О, следи за ними, я пока тырю украшения. Я слежу, ты следи за ними. Что, за мной пошла? Быстрее уносим эти украшения. Быстрее уносим, пока она не уехала. Куда уносим? Куда? Вот тут машина. Всё, нашёл, нашёл. Баба, опустись, ты куда быстрее, пошла? Быстрее, 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 быстрее. Блин, за мной баба ходит. Быстрее. Я же подписчиков собрал. Куда, блин, уносить-то, ё-моё?
Там машина это. Да нет, там тачки никакой. Все, она уехала. Она уехала. Шоколадка, пожалуйста, это там, ляг, это близко. Шоколадка, ложись. И ты ложись. Все, я их хедшот, я их поставил. Я их поставил, все нормально. Я пошел дрель чилить. Я чиню дрель, ты взламывай давай. А я драгоценный. Стой, стой, кинь гранату в середину. Кинь гранату в середину, я тебе... Стой, не, не. Да не надо, кинь гранату в середину, я тебе говорю. Где поможет. Середина, куда? Вот сюда хотя бы кинь гранату. Ладно, гранату. Кто? Ну, у меня на одну кнопку. А теперь смотри. Все стекла вот, взорвались. Блин, мы гражданского убили. Да вообще пофигу, все стекла взорвались. Так, это нужно... Будет легче тырить. Раз в 10. Да блин, я опять гранату кинул. Ты меня задел. Да ладно, нормально. Чё, да все хорошо, блин. Все нормально. Я дрель чиню. Ты иди дрель и дрель чини. А я украшение беру. И они вот тут пускай пока поваляются. Нужно побольше. Да блин, да что-то... И на ту кнопку еще жму. Да чтоб тебя, блин. 150 секунд. Сколько у меня эта клавиатура? Уже месяцев 6, а я все привыкнуть не могу. Ты все тут натырил. Еще 160 секунд, и мы взломаем эту штуку. Сейчас я бегу, погоди. Блин, все закрыто. Там что, девчонок насилуешь, что ли? Это мои девчонки. Да. Отстань от них, они мои. Да. Я шоколадку пристрелил. Я пристрелил уже троих с пистака. А я с УЗИшки уже... Погоди, погоди, я прибегу. Я зарезал, я зарезал. Да блин. Сколько я зарезал, сколько перерезал, иди меня этот. Ресы, я пока с ними разберусь. Так, тебя рез надо? Да, резай меня быстрее. Как, чё, на чё? Я помогаю, идиот. Давай. Да ты чё сел-то, придурок, я уже помогаю. Это отвлечённый режим, я, короче, это сделал для того, чтобы убить тех, кто был за этим. Фига, я спецназовца завалил. Да вообще красавчик. Так, у меня кончаются патроны. Вау! Паркур по машинам! Какой паркур? Я шабеху вы... Паркур по машинам! Сейчас, короче, смотри, нужны... Все, садимся, валим отсюда, GTA 5. Нет, еще две этих берем. А, так слушай, мы, наверное, не Майнкрафт-сервер, а GTA 5 тырили на ком. Да, мы копии их тырим. Да какие копии? Это лицензия на комп вышла, ты че? Ну я же говорю, копии тырим. Какие копии? Мы лицензию на комп тырили тогда. Ну. Вот за нами столько копий. Возьми, возьми эту хрень и иди беги сюда. Ща. Быстрее. Сумку? Да. Ага, вижу. Ща, погодь. И сюда я пока хиты всем расставляю. Выкидывай ее. А чё она? Блин, я не на ту кнопку. Так, еще давай, Гон. Все, иди сюда, нафига. Да еще давай, еще две денег. Да они, они мало очень дают. Что? Давай переносим, там у нас еще их три штуки, плюс дрель, фигли. Вообще пофиг на дрель, главное сейчас уйти и все. Главное сейчас копов с гранатки убить. Ой-ой-ой. Все, норм. 12 штук за сумку, так что нормально. 2,5 штуки за сумку. 12,5 там было. Так, пока что мало дальше, а второй... Следующий день. Второй день. День два. Стырили украшения. А как же? Побег, фигня. О, за нами легаши. Леговые свиньи. Блин, пипи там. Пипец, вообще же. А у меня было написано, типа, все пошло не по плану. Ну, это блин и пи. Только вместо green блин на другое. Гринпис, вот что там было. Да, гринпис там было, именно. А в реале там был? Не. Там был Greenpeace, что ты мне тут врешь? И возьми сумки. Че брать сумки? Я грены закидываю. Возьми сумки. Нафига? Будем с ними бегать. Ты че идет, если... А нам их что убьет? Слушай, их... я тут слегка гражданского прибил, это нормально уже. Да вообще отлично. За миссию. Я, короче, буду паркурить по тачкам. У меня вопрос. Нафига в обувном... И вообще в одежде бронированные стекла, которые нельзя пробить. Да. Ты вообще идиот. Я угорал.
Бля, так чувак дышит, бля. Я буду пытаться всех с ножа. Профессионал, отдайте мне хотя бы одного с ножа убить. Он, ты прикинь, убил. Он тебя положил, блин. Он меня с ножа. Я, мы, короче, мы играли на ножах, он меня убил. В ножки играли. Да, я пойду еще. Погнали в магазин, этот открытый. Я еще пойду. Блин, ой-ой-ой. О, хэдшот в полете. Нет, нет, да смотри, там наш, вот, наш мешок тырит. Кто тырит? Вон мешок тырит. Ой-ой-ой, гасит, погоди, я боюсь. Там мешок стырит, возьми, ой. А, вот, вижу, тырит, да, бегу. Нифига, он мне тоже прописать хотел, и что наглый. 30 секунд и все. Блин, так, побег так, такой лёгкий. Коп с одной пулей убивается. Уи. О, наш. А, нет, это не наш. Или это наш вертель. Не, по-моему, нет. Это не наш. Нет, не наш, конечно. Короче, слушай, смотри. Я паркурщик вообще. Иди ко мне, смотри, я тебя научу. Вообще паркурщик, ты смотри. Я тебя сейчас научу машину тырить, иди сюда. Смотри, вот видишь, додж стоит хорошенький такой опыт. Раз. Эй, что-то у него стекло бронированное. А может ты мне поможешь немного? Че, где ты там полег? Я сверху вообще. А че мне там куда как? Вот так вот. А кто меня лечит? Фиг знает. Хокстон? У тебя Хокстон, да. Капец. Блин, валим отсюда, валим отсюда быстрее. Сейчас сумку взял, го. Го, еще тебе все сумки перенесем. Ну да. А ты че без сумки? А, это не ты. Все, лежи там, даун. Кто-то сумку неудачно кинул. Всё, это ну, я. Молодца. Красава. Там еще дофига сумок. Давай, не, давай еще подлечимся немного. Давай. Давай. Я лечусь, ща. Я тоже лечусь. Так, и у меня там сто... Я сейчас... Бегом за сумками. Валим, валим, валим. У меня бронки, правда, нету, но... Да, все отлично просто. Пошли в жопу, пошли в жопу. Сейчас меня положат, короче. Нет! Да, меня положат сейчас, точно. Ты дебил, беги сюда. Ой, у меня патронов нету еще, ой, ё-моё. Да беги сюда, я ты... Я всё, ты... я лёг. Поваляться он захотел, а. Да и так, слегка. Позагорать нужно, солнце сегодня какое хорошее. Да вообще отлично просто. А я ещё без патронов остался. А я ещё с ножа гашу. Ну, да он меня с ножа, короче, с одного удара, а я нет. Да ты ёлки-то вообще. Сам ты... О, меня сейчас Хоксон подлечит. Давай, лечи, Хокс... брат. Давай, брат. Он тоже, что ли, лёг? Он к тебе... Ко мне подошел, понял, что нерентабельный, пошел к себе. Это я его позвал. А, звать что ли можно? Да, это я его к себе позвал специально. Прикинь, я не добегу. Я угарну. Я тоже. Давай, я смогу. Если ты сейчас это сделаешь, то ты в GTA 5 ювелирку пройдешь за одну секунду. Без проблем вообще. Не зря ж мы GTA 5 стырили, сколько наличкой? Мало, очень мало. 69... Нет, это еще не то. Офшорный счет 80, наличка. Очень мало. Да еще 20 штук. Давай что-нибудь вообще супер сложное, чтобы 90 штук дали. Опыт задело. Ну. Давай без ботов. Да, кто нас поднимать будет, если что? Вообще-то. Давай справа, давай справа. Ну, давай справа. Если будет среди маска. Мы одновременно, кстати, нажали. Где да. Я получил. Узор. Узор, да, да, да. А у меня модификация оружия винтаж. А прикольный узор вообще. Дракончик. Это на маску, да? Да. Сейчас я попробую сделать. Ой, настройки полез я. Так, это у нас где? Маска, потом выбираем маску, сделаем что? Индивидуально. Ну-ка и что? Выбрать узор. Что-то он не ставится на эту маску. Не, главный узор выбрал, а нифига не поменялось. Ну чё, гоу? Погоди, я материал, может, выберу. Да, нету. Она очень дорогая. Узор? Да. У-у-у, 300 штук! А на моем аккаунте спокойно. У меня там 500 штук орей. У меня сейчас 100 штук налом. Осталось, так что... У меня налом 500 штук орей там. Налом. Настя. Ага. Ну чё, гоу? Сумка с патронами, мина. Не, мину не надо. Давай, блин. Я ж хотел это прокачать, скилл. Нет. А чё? Ну!
Я вообще пить хочу. Да и что? А я ссать хочу, давай поможем друг другу не помереть, да? Не. Я вообще сумку с патронами открыл нам. Молодец, нам все равно патроны не нужны, блин. Мистер Логика. Ты уверен? Здесь понадобится. Крушитель, да-да-да. Очень сложно. А ты говоришь без ботов. Сейчас мы тут поляжем после миссии. Иначе нас убьют, и мы начнем тут опять. Погоди секунду. О, так тут нужно это вначале... Типа разбить это дофига. Да, на 50 тысяч. Ох, на 50 тысяч, да-да-да. Я это проходил, кстати. Стой, погоди, погоди. Слышь, меня подожди. Идиот, иди сюда. Там сумка лежит. Идиот. Тут сумка с патронами... А, нет. Это сумка с патронами лежит. Ну? Ты чё, её положил уже, что ли? Это я купил. А фиг ли она тут лежит-то? Это я её купил. А фиг ли она тут лежит? Ты же её не ставил. Я её не ставил, я её купил. Она автоматически куда-нибудь ставится, рандомно. Да ладно, нафига. 8000 стоит она. Дебилизм. Погоди, погоди, надо горелку взять. Горелку где? Чё? А? Она тут, наверное, где-то. Кипиш. Тут есть где-нибудь она? Нет? Пошли, нужду справим. Не, горелку надо искать. Че-нибудь такой беспалевый ходит. Тут, тут нет горелки. А нафига нам твоя горелка? Чтобы на стене это, любовные записки оставить? А вообще-то, чтобы поджигать магазин. А нафига? Чтобы поджечь магазин. Мы в прошлый раз беспалево, пацанами беспалево, так беспалево. Проходили. Только этот, не прикрани... не близко. Сейчас, иди сюда, иди сюда. Здравствуйте, можно мне туфельки 45-го размера? Ага, ага. 45-го размера туфельки. Ну, валу его как раз. На длинной шпильке. Валу его как раз, да. Вот разбей вот это. О, во! Сюда, сюда гранату скинь. Сегодня будем пить вино. О, мать. Белый. Ты что, идёт, что ли? А я маску еще не одел. Сейчас я кину грену. Кидаем грену. Дебил! Ты сейчас её убьёшь и меня. Ты меня чуть не убил! А чё, тебе тоже доносится? Сам сказал кинуть гренку. Ну как бы я сказал, но как бы не сейчас, ну... Короче, я пошёл палёный Эйпл убить. Я опять шоколадку спалил за... Где палёный Эйпл? Так, я пока... Нет, тут нельзя сломать, тут ничего нельзя сломать. Каждое стёкла, каждый... Это не палёный Эйпл, это айфрут называется. Это палёный Эйпл. Кстати, тут есть ачивка, если разбить все стекла, то тебе дадут ачивку. Кинь сюда гранату. Куда, давай, бегом. Сейчас я тебе... Где я? Сам кинь, у тебя что, нет, что ли? Нету. Так. Кину. А фиг ли ты их не поставил? Блин! Всё отлично. Так, палёный Эппл, нормально. А фиг ли это, я граждан... Ой, ёлки, там мечта всей жизни, давай фигач. Всё, валим, нет, знаешь, валим, говорим, валим, знаешь, говорим, знаешь, валим. Знаешь, как она называется? Это Ламборджини Галар. Это хотя... нет, это Фалгогини. Это. А... Это Фалгогини. Посмотри на это. Фалцогини. Фалцогини, да. А главное, значок даже изменили. Да, вообще, четко. А так это Ламборджини Галар, да. Так это Фалгогини. Фалкогини. Фалкогини. Алкогини. Вот, это потырить можно. Я сейчас тут себе потырю. Жене потом отдам. Это ж ювелирка. Да. Отлично. Да, как же, а, уже нету, тоже надо, да? Я особенно мешок нашел. Какой мешок ты нашел? С драгоценными. Нет, с драгоценностями. Вот второй. Подбери этот мешок. А давай денег потом срубим. Да. Фига они, тут кстати... колечек, жене отдам. Все, офигенно. Возьми мешок, вот он. Я взял мешок. Я от... на себе тарабаню. Блин, там эти спецназ идет такой весь такой сват. Слышь, еще тут взять драгоценности можно было. Я одну не стырил просто. Вот, тут тоже можно снизу подобрать драгоценности. Ой, я не то поставил. Что поставил? Вот оно, что я хотел. Ты лечишь? А откуда у тебя лечилка еще? Вообще-то я патроны, я купил, говорю. Чтобы они рандомно поставились. Личейка. Личейка. О, личейка, да, у меня есть личейка. А у вас есть личейка? Куда просто там. А просто засыпку, у вас есть личейка? О, вижу. Хэдшот только что влепил. Когда хэдшот ставишь... Там, там снайперюги. Ну, снайперёк дофига, 35к уже. Да. Нифига, иди сюда, что я нашёл. Погоди, где тут снайперюги были?
Иди сюда, а чё я нашёл? Чё там нашёл? Тебе это понравится точно. Видал? Посмотри туда. Видал? Не, вот это вот видал? Вообще круто, да? Не, во-во-во-во-во, самый раз, смотри, где я стою. Пропаганда, а тут чё? Самый раз. Чё ножками так дрыгаешь? Оп. Посмотри. Это 40 тысяч. Осталось оп, всего 10 тысяч. Ты так только что ножками дрыгал влево, вправо. 10 тысяч осталось. Влево, 10 тысяч, давай сейчас. Пошли ломать дальше. Всякую хрень давай разбивай. О, нет, это... Я слышал этих. Либо робокопов, либо этих. Спринтерцеллы. Это спринтерцеллы. Нет, это робокопы. А, да, это робокопы. Один на третьем. Они чейнсу фигачат, я его убил. Я его убил. Или ты его убил. Мы вместе гасили, короче. Да. Так, у меня пистолет. Там внизу это фига. Ёлки-палки, сколько их там? Как груша. На английском. А, не помню. Сейчас. А где груша палёная? Блин, меня кто-нибудь будет лечить, слышь? Где кто? А-а-а. О, я снайпера слил с одного патрона. А любовь лечит и калечит. Тебя, я вижу, уже покалечила. Да. По полной. У тебя там жена, тебе такая это... жена звонит. Палёный Apple называется. Ты, не, слышь, такой? Тебе жена такая звонит, ты грабишь айфрут. Айфрут? Не, ну, айфрут пускай. Айфрут, да, айфрут. Не, тебе такая жена звонит. Милый, я не могу, я сейчас тут с делом занимаюсь, граблю этот, магаз. Айфрут. Пошёл в жопу, я тебя кидаю, да? Я на тебя через бедро. Через бедро, и такая приходит жена, да, пам, все, через бедро, да, ты этот. И убегает через да. спецназовцев. Она как этот, а ты играл со спринтерцеллом? Я только что, я не играл, кстати, ни в одну часть. Спринтерцелл, он, короче, как-то, он может к тебе побежать и смертухи тебе. Ну ладно, я вот только что в спину загасил. Нет, спринтерцелл, это робокопы, а спринтерцеллы, они на трех черепках появляются. Они могут из канализационных люков выходить, либо из вентиляции. Я, короче, только что ФБР-овцев в спину загасил. Ну как только что, уже минут, наверное, прошло. Поставь здесь эту. Лечилку, ты да. Ты что, опять что ли положишь, а? Блин, я это говно выкинул. Да, вообще пока. Там главное, кровь такой берешь, шприц крови вытягиваешь, сам себе в вену колешь, да, кровь? Кромушку. Ну, а есть такой скилл, то что ты если повалишь этого, как там его, чувака с пистолетом? Вампиризм называется, это у него кровь высасываешь, да? Да, типа. Это вампиризм называется, я знаю. Там робокоп. Слушай, у меня патронов мало, давай сюда. У меня вообще патронов говно. А у меня они есть? Все по нулям. И тут есть на один магаз. Гоу, я тебе прикрою до этого. Нифига, это сколько чесать-то, блин? Давай, го. Гоу. Кемпедристы. Это нам вниз еще бежать. Тайзер, нам. Тайзер, тайзер, тайзер. Я вниз тайзер. Еще бегу. Тайзер. Так, тайзер. Это еще ниже нужен. Ой, блин, они что нельзя. Нет, тайзер завалил. Я его сейчас быстренько загашу. Погоди, так, быстрее сюда. Меня. А не, я этих двух. Ой, блин, я сейчас, я тебя подниму сейчас, погоди. Меня снайпер гасит. По полной. Блин, патроны кончились, вообще жопа. Я сейчас снайпера загашу. Тебя сейчас поднимут, не сы. Я сейчас снайпера попробую загасить. Так, пах. Все, я свата убил, я с патронами погнал. Все, меня, короче, излечили. Блин, у меня нету этих патронов. А я пошел за ними, у меня все по нулям чисто было. Я опять чуть не умер, да блин, я опять умер. А я чуть не сдох только что, я упал, все, супер, патроны есть, гуляю. Иди сюда. Погоди, перезарядка везде. Фокстон, давай лечи меня. Я, мне короче, опять упал. Слушай, стой, давай, давай я патроны подберу. А хотя я с пистаком буду. Как истинный профессионал. Я, короче, бегом. Везде прям по нулям было. А теперь я пошел лечиться, у меня вообще хп. Бегом, 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 бегом. Пацаны, уйдите, ФБР. ФБР это грабитель, уйдите. Давай быстро. Быстрее сюда, ты куда бежишь-то? Я лечиться пошел. Ну ты дебил просто. Все, какой лечиться, беги сюда. Тебя быстрее, валит. Быстрее на эту. Все. А, я тебя лечил уже. Ты о, у меня все, у меня десятка. У меня тоже, кстати. Ну нельзя было сразу прибежать а на я эту, я чтобы я мы я не улетели. Видел, что побег был доступен. Там написано было. Ну я
не смотрел, я пошел лечиться. Опа, нам сейчас должны 50 тысяч дать. 60 штук, нормально. Да. И опты 10. С одной сумкой. Ты что, сумку не выкинул? Блин, я забыл, я думал, на себе можно. Ладно, срать. Пофиг. Короче, я на 2 уровня качнулся. Четко на 2 уровня. Так, я, может, сейчас тоже. Так, 2. Ты не увидишь этого. Не, я не качаю. Я 11. Давай ты... слева теперь. А, я середину взял. Ну, пофиг, я. У меня сразу 2 маски было бы. А я чё-то... Оружки, кстати. Оружие. Модификация. Слушай, у меня получается 3 оружия было. Длинный ствол. А у меня 3 оружия, получается, было, да? А у меня 2 маски и оружие. Блин, ну ты дебил. Так, давай, я навыки. Да, я про тоже навыки. У меня 6 навыков. Так, манипулятор, чё у меня тут есть? У меня сколько? У меня 5 навыков. А у тебя русская, что ли, версия, да? У меня русская. Ах ты, смог это сделать. Я в Стиме изменил. Я почитал там в Ютубе. Ой, блин, тихо. Подрывник, так. Ботва всякий, штурмовик, что тут? Свинцовый или иней? Там, где? Стрелять из своего оружия в течение 5 секунд? Слушай, прикольно, ну это как-то так себе. Ой, блин. Передвигаться сумкой на 50% быстрее, как думаешь, полезно будет? Я за манипулятор вообще. Я не знаю, да, наверное. Ваше оружие на 25 эффективно. А ну, манипулятор. Ой, блин. Повышенная стабильность пистолета, фигня, позволяет ложников. Не, наверное, лучше с сумкой бегать побыстрее будет. Нет, вот это, да? Да, это оно. И у меня еще 4 очка. Много очков. У меня нет. А сколько нужно? Одну очку, да? Все, гоу. А мне, кстати, не все переводят. Он, кстати, да-да-да, ты за манипулятора качаешься, да? Да, и вон справа он вот там, да, он не переводит. Посередине 2 там. Он не переводит. Ну не все, по крайней мере, переводит. Ну да. Вот это, наверное, тоже будет хорошо. Блин. А у призрака что? Я его, кстати... Если сейчас будет этот поджигатель, это будет вообще отлично. Так, призрак я открыл. Если я найду поджигателя. Крысы. Гектор крысы. 3 дня, блин. Вообще. Вот падение с несмертельной высоты, это хорошо тоже. 200. Бриллиантовый магазин. О, 10% ценности, это тоже хорошо. О, го в бриллиантовый магазин. Так, давай, короче, я все, наверное. Или какой? Го. Бриллиантовый, да? Да, го. Я нашел поджигателя. Круто. Да, поджигатель.